Говорят, что ваш партнер по фильму, дочь знаменитого советского юмориста Алиса Геннадьевна. Геннадия Хазанова, которая по сюжету играет вашу супругу, прямо на съемках, глядя в монитор, сказал, что да, я играю свою маму. Это правда Ну, или а нет? была такая история, ну да, но она фактически ее играет. Она играет жену ее юмориста, ну, как сказать, работника юмористического цеха середины 80-х годов. В отличие небольшие. Геннадий Викторович никогда ничего сам не писал. Да, ваш персонаж, он А мой актер писатель. писать. Ну, собственно, все. Вот, поэтому, конечно, она знает этот, сказать, слышит этот ультразвук, который в квартире должен быть, когда там папа пришел, у папы проблемы, там, или папа вернулся с гастролей. Ну, это ее. Она оттуда выросла, это ее, так сказать. Вот, да, было такое, действительно, она. Ну, собственно, в каком-то смысле, я думаю, что и приглашение Алисе было сделано по предложению сыграть в этой картине отчасти поэтому, потому что, в общем, понимали, что она знает, о чем речь. Вы как режиссер по этому же сценарию, потому что сценарий режиссер в этом фильме, это Михаил Идов один. Если бы вы как режиссер по этому сценарию сняли бы кино с собой в главной роли, это бы тоже было другое кино? Тогда Или у меня вы... была фамилия Михалков все-таки, наверное. Садимся на том, что у каждого своя фамилия, и поэтому... Да. И пусть каждый своей фамилией гордится, вам есть чем гордиться. Большое Спасибо вам большое. спасибо. Спасибо. Спасибо.